Привет, друзья! Вы на канале Кухня без фанатизма. И сегодня я буду готовить очень вкусный пирог, малокалорийный и простой в приготовлении. Начинаю готовить. Ставлю сковороду на огонь и добавляю 1 чайную ложку топленого масла, 5 грамм. 1 луковицу весом 200 грамм мелко нарежу. Отправляю нарезанный лук в сковороду. И сюда же добавляю воды где-то миллилитров 50. 100 грамм морковки натру на крупной терке. И отправляем морковку в сковороду. Припускаем на небольшом огне под закрытой крышкой. Если вода в процессе приготовления испаряется, добавляем понемножку еще жидкости. Готовим под закрытой крышкой. Капусту 250 грамм мелко нарежу. Отправляем капусту к луку с морковкой и готовим вместе минут 7-10 примерно до мягкости. Пока овощи готовятся, приготовлю фарш. У меня 400 грамм курицы. Любые части я беру, и ножки, и грудка, все, что попадет. Без кожи. И прокручиваю на мясорубке. Когда овощи немного остынут, отправляем их к фаршу. Добавляем 1/2 чайной ложки молотого кориандра, 1/2 чайной ложечки сушеного чеснока, 1/2 чайной ложки паприки и немного черного молотого перца, где-то 1/3 чайной ложки. Солим по вкусу и перемешиваем. Вкусная ароматная начинка для пирога готова. Подготовленную начинку делим визуально на 4 части. Далее я беру небольшой кусочек лаваша по размеру, по ширине соответствующей моему противню. И выкладываю на лаваш 1 часть начинки. И равномерно распределяю по всему лавашу. И заворачиваем в трубочку. И укладываем трубочку в противень. И точно так же делаем еще 2 трубочки из лаваша. Друзья, вот такая заготовочка у меня получилась. Теперь приготовим заливку для пирога. Я беру 2 яйца, 100 миллилитров молока, 3,2% жирности. Солю по вкусу и перемешиваю. И готовую смесь выливаем сверху на пирог. Далее я беру помидоры и нарезаю на тоненькие кружки. Помидоров у меня 330 грамм. А лаваша у меня ушло на этот пирог 190 грамм. И выкладываем помидоры сверху на пирог. Сто грамм сыра натру на крупной терке. И посыпаю пирог сверху сыром. Все готово, друзья. Отправляю пирог в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Прошло 30 минут. Мой пирог готов. Вот такая красота. Обалденный абсолютно аромат стоит. Дадим ему немного отдохнуть, чуть-чуть остыть и будем резать. Прошло минут 10. Будем разрезать.
Вот такой пирог на разрезе получился. Красота. Не то слово. Просто фантастика. Очень классный. Марина, молодец. Очень хорошо режется. Крепенький, сочный. В общем, великолепная идея. Очень все классно. Марина, короче, как всегда, шедевра кулинарного искусства. Ой, да хватит тебе. Нет, правда. Ты себя недооцениваешь. Но ты вообще... Это супер. Ребята, это супер. Просто фантастика. Просто фантастика. Друзья, пищевая ценность вот такого прекрасного пирога всего-навсего 126 калорий на 100 грамм. Разве это не мечта худеющего? Ешь вкусно и худей. Всю информацию о нашем питании вы найдете под видео в описании. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, и вы еще увидите много всего интересного. Удачи вам в стройности, в борьбе с лишним весом, здоровья и хорошего настроения. Пока-пока!